Сегодня подвешиваем телевизор. Крепление стандартное. Вот так оно выглядит. Маленькое. А здесь у нас защелочки. Крепеж. Крепеж, который был в комплекте. Шурупики, может быть, и подойдут, но дебелечки точно не подойдут. Для начала прикрутим крепежные рейки. Самый большой винт, который был в комплекте, у нас вот этот вот проваливается. Придется искать у себя. Посмотрим, что есть у нас в наших запасах. Раз, два. Три. И еще один. Вот это оно. Полтора оборота. Это маловато. Раз, два, три. Нужно подложить шапочку. Маловато будет. Нужно чуть потолще. А толще у нас пластиковая. Нужная короче. Основная нагрузка на верхняя. Теперь прижимаем кверху и прижимаем верхняя. Раз и глаз. Теперь вот это вот вытащим наружу. Это у нас защелочки, чтобы можно было снять. Все окей. Есть пол сантиметра влево и пол сантиметра вправо. Дырочки я просверлил, дебелечки в одном. Теперь закручиваем. Снизу винтики немножко меньшего диаметра, и отверстие под них просверлил шестерочку. Встроенный уровень показывает, что крепление установлено неровно. Нет, все окей, все ровно. Подвешиваем. Второй. И защелкнул. Все. Все окей. Ну, пол сантиметра есть вправо. И пол сантиметра влево, если надо, можно поправить. Проверяем. Все окей? Все окей. Вот эти кончики можно немножко затолкать. Вот так. Принимайте работу. Спасибо за профессионализм. Да, ерунда, мелочи жизни. Будут деньги, звоните. Я обязательно приду.